Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на кефир. Кувшин молока бренд. Здесь у нас 500 грамм, доля жира 3,2%. Кефир тоже очень вкусный, бесподобный. У нас с вами уже предыдущий был творог, обзор этого бренда, молоко. Теперь кефир. Просто, ну это... Не знаю, но настолько вкусно, что мне хочется поделиться с вами. Так, тут состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска на кефирных грибках. Да, кефирных грибках, не как раньше мы с вами, вернее, ваши родители заквашивали черным хлебом, да, корочкой или там чем-то еще, а или на солнышке где-то в тепле. Так. Килокалорий здесь 59 на 100 грамм. Так, 5 суток у него, как всегда, сегодняшней даты. То есть это вот довольно, кстати, выгодно. Сегодняшней даты покупаешь 500 грамм, кефира стоит 33 рубля. В магазине дороже. Да, кстати, это продается у нас в Самаре, в Самарской области. Также в Тольятти, и также, я думаю, наверное, в близлежащих городов, городах. Да, городах. Вот, я думаю, есть. И давайте его откроем, посмотрим. Я уже его пила, пробовала. Мне он очень понравился. Вообще я не любитель кефира, молока. Ну, творог так могу поесть. Но вот этот действительно вкусный, он стоит того. Вот он. Хотела сказать творожок, кефир. Такой он. Беленький, ну как не совсем он жидкий, такой как обычный кефир. Сейчас мы его еще с вами ложечкой. Надеюсь, вам видно. Вот он такой. А также, кстати, я туда добавляю варенье и делаю какой-то такой типа йогурт. Мне нравится, очень вкусно. Давайте его попробуем. Его можно ложечкой пробовать. Он бесподобный. Он вкусный. А причем, знаете, бывает иногда такой кефир, что там какие-то маленькие, много-много маленьких козявок. А то здесь он абсолютно такой нежный. Чуть-чуть такой, как минерал, ну, такой минеральный, да, такой, как газированный чуть-чуть. Он такой нежный, такой ароматный, такой прям кефир-кефир, такой вкусный. Пьется, кстати, довольно легко. То есть, ну, масса обычная такая, не сметанная, но обычная кефира, но не жидкий. Ну, такая. Как бы вот... Не знаю даже, как вам показать, но обычный кефир беленького цвета, очень вкусный, без всяких добавок, чисто кефир. Нежный вкус, ароматный, бывает кефир как-то более такие насыщенные, как будто там что-то добавили, вот особенно магазинные. А вот этот, ну он тоже, как может быть, считается магазинным, но там приезжает машина, то есть он не в магазине продается, а приезжает машина. Там с утра за 2 часа все это скупается, и они уезжают. И каждый день вот так приезжают, за 2 часа скупается и уезжает. То есть это происходит вот так, и поэтому каждый день уже продукция приезжает с утра свежая. То есть там ничего почти не остается. Скупают очень быстро. Вот, напишите свои отзывы, может быть, вы пробовали такой кефир или какую-то продукцию бренда «Кувшин молока». Может быть, она у вас в городе есть. Напишите, в каком городе вы живете, потому что, я думаю, наверное, помимо Самары, Тольятти,
Все-таки где-то еще должны они приезжать, потому что у них очень много коров, я знаю. И 2 или 3, 4 места, мне кажется, это довольно мало. Все-таки еще где-то должно быть, напишите. А также можете написать в комментарии, где находятся ваши магазинчики. Может быть, кто-то живет в этом же городе и захочет купить, увидит ваш адрес, где вы видели эту машину, этот грузовичок, и купит там. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, наши путешествия, как мы с мужем путешествуем, обзоры на продукты, их сейчас уйма, их очень-очень много, причем продукты появляются в магазинах новые, и я стараюсь побольше продуктов открыть именно для вас, чтобы вы посмотрели и узнали, что же находится внутри под непрозрачной этикеткой. Все это для вас, не для себя я делаю, а для вас. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Я рада любому подписчику, каждому подписчику. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.